И на нашей сцене появляется Корсакова Елена Олеговна, Рубцовский, опять же, институт. Ну, во-первых, хочу передать всем привет от моей наставницы Ольги Николаевны Ляминой, которую вы знаете, наверное, многие знают, которая, к сожалению, сегодня приехать не могла, но передавала всем большой и пламенный привет. И, собственно, знакомство с ней побудило меня свою поэзию, ну, скажем так, открытие миру, потому что пишу я уже около 20 лет, но никогда не участвовала ни в каких конкурсах, и, ну, собственно, никому это не показывала. Почему? Ну, потому что я считала это все чем-то личным, интимным, и считала, что то, что понятно мне, скажем так, и то, что идет из меня, у меня из души, оно должно оставаться, наверное, со мной. Но вот Ольга Николаевна убедила меня в обратном. И, видимо, не зря. И сейчас я прочитаю стихотворение о любимом своем времени года, об осени. Ну, потому что я осенью родилась, и потому что очень ее люблю. На город на рассвете пал туман, сверкают бледным золотом бульвары, не бродит молодость по паркам и дворам, затихли до весны ее гитары. Проснулись голуби, взмывают высоту, а небо заливает перламутром. Раскрасила гуашью красоту прохладного октябрьского утра. Иду по тихим сонным закоулкам, как пахнут лужи, поздние цветы. Люблю свою осеннюю прогулку. О, счастье, мир без вечной суеты. Иду по площади, по переулку, где плачут желто-красным тополя. Какая превосходная прогулка по сонным галереям октября. Спасибо. Елена Корсакова, город Рубцовск. Первое место, диплом. Кто главный друг творчества? Ну, я думаю, это скорее не друг, а подруга. Я думаю, это любовь. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.